Добрый день, леди и джентльмены. Добро пожаловать на летний вебинар ОТМ, который позволяет нам встретиться я с вами, хотя бы в виртуальной форме. Меня зовут Маркета Янатова, и я работаю руководителем отдела подаз и маркетинга Barcelo Hotel Group Czech Republic. Разрешите также представить моего коллегу Ивана Загорулько, который будет руководить презентацией наших отелей. Группа отелей Barcelo была основана в 1931 году испанской семьей Barcelo, которая управляет 250 отелями в 22 странах. В группу входят следующие бренды: Royal Hideaway, Luxury Hotels and Resorts, Barcelo Hotels and Resorts, Occidental Hotels and Resorts и Allegro Hotels. За пределами Испании вы можете встретить нас в Мексике, Кубе, Доминиканской республике, Марокко, Египте, Болгарии или, например, Арабских Эмиратах. Прежде чем мы перейдем к презентации портфолио отелей Českej republiky, мы хотели бы проинформировать вас о текущих воздушных сообщениях из России в Чехию. Даже в то время, когда вы можете поехать в Чехию только по работе или лечению, там хорошее воздушное сообщение. Мы считаем это хорошим предположением о том, что количество рейсов увеличится по мере снятия ограничений. Рейсы Аэрофлота из Москвы в Прагу выполняются 3 раза в неделю, ČSA Smartwings также выполняются 3 раза. Да. Прежде чем я начинаю, тоже хотел бы присоединиться к словам Маркеты, что очень приятно, что мы можем хотя бы и такой формой онлайн, но встречаться и делиться опытом или просто представлять наш продукт и стараться удержать в целом туризм как бы на плаву. Хотел бы начать с такой краткой карты Чешской Республики с точки зрения наших отелей, как они расположены и что мы можем предложить гостям, которые будут приезжать в Чехию, конкретно в наши отели. На экране видна карта. Наши отели располагаются в 2 главных городах Чехии, это Прага и Брно. Я начну столицей, все-таки Прагой. Нужно сказать, что Прага очень близко находится к знаменитому треугольнику Карлова Вары, Марианской лазни и Франтишковой лазни. И эти такие основные 3 города. И, допустим, по моему мнению, очень неплохо, если, допустим, гости провели время какое-то на этих курортах, потом заглянуть в Прагу, потому что это действительно очень близко и интересно. Ну и Прага все-таки это главный туристический город Чехии. Вот. Что касается наших отелей, то в Праге у нас 3 отеля. Это Occidental Praha Wilson, Occidental Praga и Occidental Praha 5. И 1 отель в городе Брно, который находится в 200 километрах от Праги. Это Barcelo Brno Palace. Как вы видите, в Праге представлены отели только бренда Occidental, который появился на свет, скажем, в 2017 году. Это 4-звездочные отели.
которые предлагают простой, понятный сервис, хороший, хорошего качества. Но есть одно исключение, потому что в Праге открылся первый Occidental в Европе, пятизвездочный. Это как раз пражский отель, это Прага Вилсон. Что касается города Брно, то там находится отель премиум-сегмента, это пятизвездочный отель. И чем знаменито Брно, это своим местоположением. Мне очень как бы удивляет и странно было, что я до переезда в Чехию никогда не слышал об этом городе, но этот город является очень-очень хорошим географическое положение у него, потому что он находится в 130-150 километрах от Вены и примерно столько же километрах от Братиславы. Это тоже видно на карте. Естественно, отель в городе Брно предлагает трансферы, мы можем организовать трансферы для гостей, мы можем организовать экскурсии для гостей в Вене, в Братиславе. И Маркета еще не сказала, что из до Братиславы летает Победа, авиакомпания «Победа», прямой рейс из Москвы. И это очень удобно, действительно, потому что час, и вы уже в Брно, и то есть это расширяет намного горизонты. Так, ну теперь будем более конкретно переходить к каждому отелю постепенно. И начнем первым отелем. Это Occidental Praha Wilson, как я уже сказал, это первый пятизвездочный отель в Европе, и он в Праге. Этот отель находится в самом-самом сердце Европы, в самом центре Праги, извиняюсь, и на Вацлавской площади, на площади Вацлава. Все интересующиеся как историческим центром, шопингом, гастротуризмом, все любители вот этих видов туризма. Отелю на Вацлавской площади. На Вацлавской площади это пятизвездочный отель, который находится в бывшем здании торгового центра. И его главной особенностью является то, помимо местоположения, это то, что когда вы при входе сразу попадаете на эскалатор, и он вас везет на рецепцию. Насчет структуры, как мы будем пробирать каждый отель, это мы посмотрим на его номера, конференц-залы, какие возможности мы можем предложить, также рестораны, и вы можете видеть контакты. Да, что касается номеров, номера всего их в этом отеле 53, то есть это такой, я бы сказал, бутик-отель, который не предполагает каких-то огромнейших масштабов. Это компактный, уютный, маленький отель в центре города, который из номеров которого очень хороший вид на Народный музей, который прошел недавно реконструкцией. И ну, вид просто шикарный. Практически из всех номеров открывается вид на Народный музей, на замок на другой стороне Праги. Но надо отметить, что после реконструкции Народного музея виды действительно захватывают, особенно ночью, когда этот подсветка, и это производит впечатление на любого туриста, мне кажется. Вот. Поэтому несколько примеров номеров вы можете видеть на фотографиях. Он так выполнен в таких золотых оттенках. И номера небольшие, около 20 квадратных метров, их всего их 53, и один есть номер, так называемый junior suite, это самые высшие категории номер. Он его и балкон, и хороший вид как на Народный музей, так и на замок. Что касается конференций и возможности проведения конференций, то я бы сказал, что этот отель такую возможность имеет, но максимальная возможность, которую может вместить этот отель, это 12 человек. То есть это, скорее всего, как, по моему мнению, это скорее тимбилдинги или какие-то маленькая фирма, какие-то, может быть, небольшие презентации, потому что вот вы можете видеть на фотографиях, как выглядит это
Так, я вижу вопрос здесь. Да, большинство номеров выходит на Вацлавскую площадь, на музей, на замок, но также существует несколько номеров, которые, да, выходят во внутренний двор и на проулок нет, на проулок не проходит. Понимаю, что вы имеете в виду, но нет, только это на углу, этот отель находится, и он открывается вид только на Вацлавскую площадь и, да, несколько номеров во внутренний двор. Что касается конференции, то отличный вид, огромнейший балкон, и да, и только 12 человек могут поместиться в этом, в этой конференц-зале. Теперь посмотрим, какие возможности мы можем найти с точки зрения ресторанов и бара в этом отеле. Завтрак подается в форме шведского стола. В 24 часа в сутки обслуживания номеров, то есть гости могут заказать рум-сервис в любой момент. Завтрак, вот как раз видите кадр завтрака, это форма шведского стола, проходит в ресторане на, как бы на втором, на по-русски это на первом этаже, но по-русски это на втором этаже, а по-чешски это на первом этаже, то есть надо проехать эскалатором, и вы попадаете в этот ресторан. Огромнейшие окна, как вы можете видеть, вот это даже несмотря на то, что это промо-фотки, но вид там действительно такой, огромнейшие окна, которые практически панорамные, и вид открывается в течение завтрака на вот просыпающуюся Прагу и на музей, и солнечно, производит впечатление действительно. А что касается бара в вечернее время, то тоже это вот верхняя картинка, это как раз бар маленький, который предлагает все и чешское пиво, и какие-то классические коктейли и так далее, и вы уже можете увидеть Прагу абсолютно с другой стороны, то есть ночная Прага, и которая тоже очень красивая, как раз вот та фотография сделана после реконструкции музея, и это тоже очень большая выгода. Почему так акцентирована эта реконструкция этого музея? Потому что до этого это было все завешено такими какими-то черными тряпками, этот музей, и как-то портилось впечатление. Сейчас этот отель действительно может предложить очень-очень хороший как сервис, так и вид на Прагу. И сейчас я бы хотел пустить такое небольшое промо-видео, которое немного покажет этот отель с хорошей стороны.
надо. Так, вернемся к презентации. Надеюсь, что все смогли увидеть видео. Тем не менее, пару слов скажу, что это, да, как вы могли заметить, что это очень для молодых пар, для молодых людей просто, для компании. Это идеальный отель, который может подойти и пользуясь случаем, чтобы мы так как бы постепенно все делали, если какие-то есть вопросы конкретно к этому отелю. И я так буду постепенно переходить к следующему отелю, который находится на другом берегу Волтавы, на другом берегу реки. Да, на другом берегу реки. Это Occidental Praga 5, либо Прага 5. Этот отель расположен тоже в очень интересном месте Праги. Это район Смихова или конкретно остановка метро Андел. Это молодой развивающийся район, который тоже предлагает большое количество торговых центров, ресторанов, таких более альтернативных и нетрадиционных. В общем, это такое как бы альтернатива центру. Естественно, там это более доступное место в Праге, но тем не менее оно не менее интересное, потому что очень хорошее сообщение метро, очень хорошее сообщение с аэропортом. Оттуда вы можете с аэропорта доехать прямо на эту остановку, где прямо располагается этот отель, а на трамвае, допустим, вы можете доехать за несколько минут до замка Пражского града и до Карлова моста в том числе. Поэтому это очень интересный отель с точки зрения, если туристы ищут какую-то альтернативу историческому центру, но при этом не хотят ошибиться с расположением отеля и попасть в какой-то там неприятный район Праги, которых или там окраину. Нет, это действительно очень привлекательный район для туристов. Посмотрим на номера. Их всего 134 номера. Почти в каждом номере есть ванна, как вы можете видеть на фотографии нижней. Примерно так большинство выглядит номеров. А что касается вида из номера, вот на верхней картинке большинство номеров расположено на фасаде как бы отеля. И некоторые номера располагают и балконами, и то есть тоже открывается неплохой вид. Но также существуют и виды на другую сторону отеля. Там просто такой чешский типичный дворик. Но никаких там нету неприятных видов. Это все в хорошей, опять же, области Праги. У отеля есть фитнес, сауна абсолютно новая после реконструкции. Все номера, надо сказать, прошли реконструкцию. И сейчас выглядят очень свежими. Это 4-звездочный отель, но при этом в очень хорошем состоянии. Очень хорошее состояние мебель, мультимедиа-система, радио и так далее, интернет и так далее. То есть это очень хороший, приятный 4-звездочный отель. Что касается возможности проведения конференций, то максимальная как бы возможность — это 64 человека принять одновременно, при этом 4 конференцных зала. Можете видеть, естественно, мы можем предложить от А до Я проведение конференции. Это значит и кофе-брейки, и перерывы на обед, и перерывы на ужин, и завтрак, или там любую конфигурацию конференции мы можем обеспечить, начиная от нашего оборудования, заканчивая звуком, заканчивая обедом, завтраком и ужином. Вот. Наверное, к конференциям все. Пойдем посмотрим, что может этот отель предложить с точки зрения ресторана. Естественно, завтрак,
Ну, то есть полный пенсион и всего есть. И ресторан есть, и лобби-бар есть. Лобби-бар находится на первом, на нулевом этаже отеля. И большой выгода и большой плюс – это, как по моему мнению, это летний период, когда гости могут позавтракать и потом в обед выпить какой-то коктейль на улице, потому что отель позволяет сделать, что открываются террасы, и очень большие, все гости могут там поместиться, и как бы это делает такую атмосферу, ну, южную, я бы сказал, потому что все-таки в последние годы в Праге очень теплое лето, и поэтому это действительно привносит такую вот какую-то южную нотку, хотя вы находитесь в Европе без выхода к морю и так далее. Ну, это очень интересное решение, и очень хороший отель, и спокойно там, и вот эта возможность выйти на террасы, и в зимнее время, естественно, этот ресторан тоже очень привлекательный, и, как вы можете видеть, большие окна, хороший вид на красивую Прагу. Пойдем дальше. И классически спрошу, если у вас есть какие-то вопросы по поводу этого отеля, потому что он такой нетипичное расположение, может быть, кому-то уже интересно что-то узнать побольше, если нет, то можем в конце. Так, следующий отель, это первый отель, который открылся в Европе вообще, что касается Барцело открыла первый отель в Праге, имеется в виду за пределами Испании, это вот был как раз Occidental Praga. Он находится на том же берегу, что и Вилсон, но в более углубленной части Праги. Тем не менее, это расположение бы было интересно клиентам, которые бы приехали на конференцию или на конгресс какой-то, потому что он находится буквально в 5 минутах от главного конгресс-центра Праги и всего лишь 15 минут от центра Праги. Хорошее метро, расположение с точки зрения метро, потому что там вы садитесь просто на метро и доезжаете буквально за 15 минут до всех главных достопримечательностей. То есть это такой может получиться хороший микс, если вы приехали как по работе, так и посмотреть какие-то достопримечательности. Это самый большой отель в Чешской Республике из нашей сети. У него 230 номеров. Большой фитнес-зал, номера просторные, чистые, и тоже открывается из-за того, что этот отель как бы так возвышается над Прагой и находится как бы одновременно поодаль от главной достопримечательности, то открывается из некоторых номеров совершенно сумасшедший вид на целую Прагу. Очень интересно, особенно если номера находятся на последних этажах этого отеля, то это очень привлекает. Что касается конференции, тоже возможность она, поскольку это самый большой отель, то и с точки зрения конференции этот отель предлагает намного большую вместимость, чем предыдущие. Всего он может вместить около 450 человек. Одновременно конференц-зал называется Balearas, который можно разделить на вот внизу можно в левом углу можно посмотреть, как все эти залы можно разделить, то есть их можно как совместить, так и сделать маленькие конференц-зальчики с дневным светом и довольно большие, просторные, тоже по 75 квадратных метров каждый. И вместе, если их соединить, то получится 450 человек может вместить себя. Да, и самая главная выгода – это то, что присутствие дневного света, террасы и так далее, чем не может похвастаться некоторые другие отели в Праге, наличием дневного света в конференц-залах. Следующий конференц-зал имеет, как я говорил, террасу и тоже дневной свет. Он немного меньше, он может вместить около 100 человек в
в своих как бы просторах. Но его тоже можно разные конфигурации сделать, объединить, наоборот, разделить. То есть это очень интересно с точки зрения ивентов и разных конгрессов. То есть наши ивент-менеджеры могут подсказывать, как лучше сделать, какое лучше так называемый сетап, сделать столов и так далее. То есть это очень-очень такое пластичное пространство. Так. Что касается ресторанов в этом отеле, их два, и, естественно, лобби-бар, тоже предлагает буфет, предлагаем ужин и обеды в этом отеле. И все сейчас выполнено в таком едином стиле, все завтраки, то есть мы придерживаемся единого стиля во всех отелях. Это любители и приверженцы всех диет, всех каких-то течений в еде. Мы можем выполнить все эти требования любого клиента, потому что у нас безлактозная есть еда и так далее, и так далее, и так далее. И, естественно, здоровые завтраки тоже присутствуют, поэтому это как бы отвечает современным трендам. Это сейчас мы тоже можем представить промо-видео этого отеля, поэтому посмотрим. Посмотрим. Сейчас, минутку. Так, включаем видео. Так, да, должен немного похвастаться, что это как раз видео было снято профессиональной съемочной группой, которая снимает фильмы, сериалы в Чешской Республике, и знаменитые актеры, поэтому это, так, возможно, было заметно, что это было выполнено профессионалами. Вернемся к презентации и к отелям. Немного поговорим о отеле в Брно. Будет это легче сделать. Мы сейчас находимся как раз в Маркете в Брно и в этом отеле. И в данный момент я работаю тоже в этом отеле, поэтому я могу как бы более подробно тоже представить этот отель. Это пятизвездочный отель, который предоставляет действительно премиум сегмент, высокий сервис. В июле будет сдана сертификация, подтверждающая 5 звезд этого отеля. И
Брно действительно очень интересный город, а особенно интересное расположение нашего отеля в этом городе, потому что он находится в самом-самом центре этого города. Само это здание носит исторический характер. Это была одна из престижных, из самых дорогих престижных адрес в городе Брно. Это придает свою изюминку этому зданию, потому что просто обычные люди, туристы не могут пройти мимо этого здания, потому что оно вызывает эмоции у любого проходящего. И даже вот работая здесь уже несколько лет, входя каждый день в этот отель, это производит впечатление. Лобби-бар и вообще простор, лобби-рецепции — это огромнейшее пространство, которое имеет стеклянную крышу. И это такой микс модерна и какого-то исторического здания. В общем, на этот отель очень стоит обратить внимание туристам и не игнорировать, потому что отель находится в самом центре, то есть вы выходите, и в вашем распоряжении все, абсолютно все рестораны, все кафе, бары. Брно очень знаменито своим тоже гастротуризмом, потому что этот город менее раскручен, как Прага, но, тем не менее, местные жители, местные бизнесмены этим пользуются и открывают очень интересные заведения, очень интересные кафе и рестораны, которые действительно достойны отдельного упоминания и достойны отдельной поездки в Брно. Что касается еще, чем знаменит этот город, это, естественно, своим экспоцентром, это там проходят ярмарки, там проходит знаменитый ярмарка для строителей, там проходят очень большие ярмарки европейские, то есть всегда, когда, если мы говорим перед коронавирусной времени, то каждые выходные, каждую неделю проходили какие-то крупные и интересные ярмарки. Тем не менее, еще надо упомянуть, что этот отель, этот город знаменит MotoGP, это такая альтернатива или альтернатива Формуле-1, более знаменитая, это MotoGP, это Формула-1, но только на мотоциклах. Вот, и это очень большое событие в Европе и в мотомире, и оно вызывает интерес огромного количества туристов, и наш отель обычно занимает ключевую роль в проведении этого мероприятия. К сожалению, в 2021 году это мероприятие не пройдет, но когда все только наладится, то я уверен, что в 2022 году это мероприятие будет интересно с точки зрения туризма. Теперь более подробно посмотрим на номера. Отель предоставляет несколько типов номеров. Номера очень большие, если я говорю очень, и вы видите цифры 28 метров квадратных, но для Чехии, Чехия имеет тенденцию номеров там 16-20 метров, как вы можете видеть, то в этом отеле номера начинаются от 28 квадратных метров и заканчиваются 65 метрами квадратных, и даже один номер есть у нас, я бы сказал, что это такой дюплекс. Он не совсем двухэтажный, но там очень интересное решение. Это люкс. Входишь, и ты попадаешь на винтовую лестницу, и по этой винтовой лестнице ты попадаешь в сам номер, который как раз таки вот тех 65 метров квадратных. Номера проходят постепенную реконструкцию. Используется премиум-косметика, используются премиум-продукты, используются премиум халаты, тапочки. В общем, это действительно отель, который достоин отдельной поездки. И пребывание в этом отеле – это своего рода какое-то мероприятие. Да? Просто это не то, что ты переспал ночь и утром уехал из него. Нет, нахождение в этом отеле – это уже какое-то мероприятие, потому что это историческое здание, это номера выполнены в очень хорошем и интересном стиле. Вот левая нижняя фотография – это как раз junior suite или полулюкс.
входишь в номер, сразу такие полуступеньки, и упираешься в полукруглое окно, которое выходит на улочку. И, в общем, это очень интересно, особенно я вот так вот слежу за гостями, и кто приезжает, и люди из России часто едут, вижу и московские, и санкт-петербургские номера, проездом и останавливаются в нашем отеле, и потом получаем очень положительные отзывы от этих гостей, потому что они говорят, да, мы приехали там в целую Европу, но ваш отель как-то, несмотря, что мы думали, что это будет просто ночлег какой-то, тем не менее, это оказалось приятное время в нашем отеле, поэтому на этот отель стоит обратить отдельное внимание. Что касается конференц-залов, то это тоже предлагает этот отель. Максимальная вместимость 200 человек, несколько конференц-залов, которые тоже можно конфигурировать как угодно, можно соединять, можно делать какие-то коктейль-вечеринку в коридоре, который соединяет эти конференц-залы. Все, что угодно, это, опять же, более профессионально вам подскажут наши ивент-менеджеры, которые до коронавируса делали конференции, проводили в этом отеле на очень высоком уровне, там, начиная от показа мод, заканчивая обычными какими-то тимбилдингами и так далее. Да, ну и самое главное тоже, немаловажный аспект, вот как раз на нижней левой фотографии виден сразу вот эта вот фотография, показывает первое, что видит наш глаз, когда входит в этот отель. Это огромный фойе, который имеет стеклянную крышу, оригинальную мебель, и мы этому говорим такие вот айсберги, это такие из хорошего пластика, действительно, как айсберги выглядят, такие как глыбы льда. То есть это производит впечатление. И вот это такой микс исторического чего-то и одновременно модернизма какого-то. Что касается ресторанов, то их три. Это главный, который предлагает ужин, это Палаццо. Там действительно так называемый fine dining, это высокая кухня, высокая гастрономия, очень интересные блюда, они меняются в зависимости от сезона, от продуктов, какие у нас есть, и хорошие повара, отдельная команда и так далее. То есть это действительно ресторан, который вмещает около 30 человек, скорее всего, одновременно. Но при этом это такой тихий, очень тихий, спокойный ресторан, который предлагает очень хороший сервис, потому что это отдельная команда официантов, отдельная команда поваров. Потом на нулевом этаже находится ресторан, который виден на правой картинке, на правой нижней. Это ресторан для завтраков. И тоже это буфет, форма буфета и обслуживание, естественно, официанты всегда к услугам, могут приготовить отдельно там кофе для гостей или так далее. То есть это такой ресторан для завтраков, либо же тоже для конференции это подходит. Иногда мы там проводим и конференции. Ну и лобби-бар, так называемый B-Lounge. Это концепция новая, которая предлагает бар прямо вот в этом фойе, где гость может сидеть, наслаждаться вечером, днем или утром, пить коктейль, кофе и наслаждаться вот этим атмосферой вот этого фойе. Да. Да, мы подведем итоги, Маркета подведет небольшие итоги. Группа отелей Барсело была основана в 1931 году испанской семьей Барсело, которая управляет 250 отелями в 22 странах. В группу входят следующие бренды: Royal Hideaway, Luxurious Hotels, Marcelo Hotels, Occidental Hotels и Allegro Hotels.
За пределами Испании вы можете встретить нас в Мексике, Кубе, Доминиканской республике, Марокко, Египте, Болгарии или в Арабских Эмиратах. В Чешской республике? Да, и в Чешской республике 4 отеля у нас. 4 отеля. Occidental Praha, Occidental Praha 5. Occidental Praha Wilson и Marcelo Brno Palace. Если вам нужна дополнительная информация о наших отелях, наш сайт также на русском языке. Да, это сайт www.barcelo.com, и там вы должны, чтобы это было в русском языке, дать слэш и написать ru. Ру. Спасибо за ваше внимание. У вас есть вопросы? Чет? Да. Пожалуйста. Чет, пожалуйста. Объясняйте, но напишите нам. Мы готовы ответить. Да. До свидания. Да, спасибо вам большое за внимание. Спасибо за какие-то короткие вопросы, и если есть еще какие-то, то с удовольствием на них ответим. Спасибо. До свидания в Праге, да. И в Брне. До встречи в Москве, в Праге и в Брно. И в Брно.